Друзья мои, всем привет! Здрасте! Есть можно. Начинай. Всем здрасте, вы на канале Пиратская жизнь. Так, у нас сейчас завтрак. Такой вот легкий, вкусный завтрак. У нас чай, у нас компот, у нас вот такие вот отварные яички. Да, очень вкусные. Сыр. Вот такие вкусные яички, смотрите, какая красота. Такой вот тухлый сыр. Тухлый сыр это мое, можешь не есть тухлый сыр. У нас такая, смотрите, вкуснятина. Такая, да. Да, салат настругал Вован, понимаешь ли? Целая такая бодейка. В общем, у нас сегодня такой типа правильный завтрак. Бодейка. Типа правильный завтрак с салатом. А еще у нас, смотрите, вот голубика очень вкусная. Такая крупная. Типа бодейка. Да. На, помешай. Все, приятного нам аппетита. Я сейчас кушаю, я сейчас улетаю на дальние края. А Вован у нас остается. А Вован у нас что делает? Играет танки. А что делает Вован? Танки играет. Нет. Ответ неверный. Отдыхает. Не отдыхает. Досыпает. Нет, ответ неверный. Неверный. Чего вчера Нина делала? Он досыпает. Да конечно. Нет. Нина ничего не делала. Вов, вот тебе ложка, давай ешь ложкой. Все. Нина ему вчера сделала педикюр. И он мне что обещал? Он мне обещал погладить все белье. Да. Нет. Только ради этого он согласился. Нет. Что Вова делает? Гладит белье. Иначе он делает Нине педикюр. Нет. Нина сама идет на педикюр. На педикюр. Да, да, да. Надо что ей делать? Надо, надо. Да подцепляю так. Раз, прокалываю. Молодец. Нафиг тебе его делать? А тебе типа не надо, да? Я вам вчера все ножки обработала. Красивый такой, прям вообще. Запил сделала. Профессиональный. Вот так. Так что, Вовочка, кто у нас? Вова, молодец. Нифига. Да-да-да. Давай, кушай. Я сейчас спокойно совестью пойду. У меня с полки пирожок. Кажется, Вован сыт. А желудок-то ничего нет? Нет. Чем это спор? Мы сейчас сели поближе к окошку. Опять. Здесь нету этого. Что нету? Ты челкаешь, правильно? Да. Кто включил 41-й-то? Надо. Он шмахку тебе оставит. Ну, кончился уже. Бокс. Что тебе? ЧПН. Частное происшествие, да, послушаем. Частное происшествие. О, слушаем новости. Чрезвычайные так, вообще-то. Да, чрезвычайные новости. О, возьми ложку, на. Дарю. И кушай салат. В общем, даже Вован со мной согласился, что я права. Не. Да. Ты же за кадром сказал, да-да-да, права, моя госпожа. Было же такое? Mm-mm. Да, Mm-mm. было. Берет Mm-mm. он сейчас все. Ты уйдешь. Живешь в ящике. Вкусно так получается. Я, знаете, перчиками. Смесь перцев на яйца. Вообще шикарно. Сказочно. Это как смесь яичницы. Кстати, очень хороший яйца. Но там одно яйцо, к сожалению, так. Чё? Надо омлет либо жарить. Оно прилипло с скорлупой. Я когда сейчас вытаскивал, оно раз, хлопло. Народный участковый. Так. На улице у нас снег навалило. Прям жуть. Какая-то. Сейчас даже снег идет до сих пор. Ну, я сегодня иду делать педикюр. Да, да. Кстати, записал, что на следующий день схожу на парикмахерскую. Да. К Мариночке схожу. Вот. Опять постригусь, опять покрашусь. А тут что-то обросла уже. Давно мы с тобой делали преображение. И ты тоже, кстати, оброс весь. Говорю, давай я тебя покрашу. Завтра, например. Нам, в принципе, завтра ничего делать не надо. А я тебя завтра покрашу. Давай. Он у тебя под латер стоит.
Он не хочет. Вы делаете так сюда. Покрашу? Себя покрасить. Тебя покрасю. А, вредный человек. Этот салат, кстати, делаем сейчас с этим. С капустой по-пекински очень-очень вкусно получается. Хотела суп сварить, а сейчас даже некуда его ставить. Просто засада. Суп сварить? Да. Да. Некуда ставить. К сожалению. Хлеб вкусный. Мой любимый хлеб с чесноком. Мой любимый вонючий сыр. Как ты говоришь, плесневелый. О. Мася. О. Царский бутерброд. Просто царский. Ням-ням-ням. И с чаёкой. С чаёчком. Самый тем. Так, ну-с. Приступим. Чем вы? Это идеальный царский бутерброд. Хлеб с чесноком обожаю. Моя слабость. Место встречи. Знаешь, включаешь новости, а думаешь, господи, какой ужас творится в мире. Покушаешь, и в принципе пофигу. Вон, возьми чесноком хлеб, нужно доедать его. Да. Возьми. Ну, положи себе все, что хочешь. А, ты яичко хочешь положить? А, у тебя свой бутерброд? У меня свой. Переверни тогда. А то будет кататься. Видите, Вован свой. Он, ему тоже понравился вот этот трехэтажный бутерброд. Он тоже хочет высокий. И придумал. О, видите, прислушался. Все за мной повторит, все. Я для него абсолютный авторитет. Сейчас, не читай. Да, конечно. Видите, даже едой со мной делится добычей. Как главный по стае. Да, Вовка? Вот ужас. Давай мериться, у кого выше. Тебя выше. Тебя всегда лучше. Смотри, челюсть зажим не получи. А то челюсть свихнешь. Хорошо. Вкусно. Хлеб уже в. Я даже не думала, что мы так быстро избавимся от старого. Поэтому попросила на пятницу. А как раз и все. Как быстро. Это здорово. Осталось еще вот это. Сейчас что-то по мороженке съели. И что-то, знаете, она прям мягкая. И морозилка не очень хорошо ее морозит. Или мороженое такое. Ну, не знаю. Вообще, я буду ждать новых ходик. У меня тут тишина, а если только он сломается, тьфу-тьфу-тьфу, то как они будут его чинить? Они его будут забирать? Или они в сервис его? Или как бы сюда приедет мастер? Что считаешь? Чего? Если вдруг он сломается, говорю, они будут забирать или мастер приедет? Тогда. Ну, например, в этот срок. Гарантийный. Вот ладно. Вот, например, знаете, ломается телефон, да? У вас забирают телефон, типа там, на ремонт. И вообще, как бы, они обязаны вам выдать новый телефон, чтобы... Да, тебе кнопочные. Да. Ну, пофиг, кнопочные, ладно. А вот холодильник-то как с ним? Тебе также выдадут? Вообще-то мастер уезжает на ремонт. А если вот, например, вот нужно забрать?
на какую-нибудь экспертизу или еще что-нибудь. А у нас вот, например, один холодильник. И что делать? Тебе дают. Свиягу. Свиягу? Да пофигу. Главное, дают, да? То есть привозят мне новый холодильник. Ну, то время, пока, грубо говоря, это идет, да? Или как? Счастье, новый. Я тебе говорю, свиягу. Ну, пофигу. Я в том плане, что мне дают холодильник. Чтобы я без холодильника не осталась, да? По-моему, так логично. Даже если я, например, забираю холодильник, и все. Нормально так. Обычно сейчас холодильники как? Если это дело в какой-то электронике и прочем. Ты че? У тебя забирают его и представляют новый. Mm-hmm. Такой же. И все. А его просто отсылают куда там надо. На ремонт. Ну, это тоже правильно. Какой ремонт? Его вообще список как брат. Угу. По вине производителя. Как я? Просто теперь это... У нас раньше-то было два холодильника, то есть каждый друг друга подстраховывал, а сейчас-то один. Это как бы страшно. Мне страшно остаться одним холодильником. Сейчас вот в этот холодильник уже забили прям до основания. Часть вот на лоджии стоит. Там банки стоят. Угу. Я, в принципе, и должны. Угу. Сейчас не, блин, лето. Там прохладно. Там, кстати, я нашла банку эту. Какую? Томатной пасты. Маленькую баночку. Да. Ну, посмотрите, она там нормальная, нет? Если нормально, надо будет. А что будет? Не знаю. Она открытая. И что? В том плане, что она початая. А что? Это нормально? Если там плесени нету, нормально. Надеюсь. Он салат вроде не мял. Все равно куча сока там. Вкуснейший салат просто с маслом и солью. Здесь укроп, капуста пекинская, огурцы, помидоры и все. Очень вкусно. Извините. Что, мои-то уже брезгую? Я тут откопал ямку. Ямку себе откопал, да? Откопщик. Откупатель. Что-то я не высунулся опять. Это такая погода дурацкая. Спать охота. Скажи, спи. А что я сейчас и сделаю? Я выспал. Вова, у тебя по плану? У меня глазика, ничего по плану. Глазика. Ты мне вчера что сказал? Ничего не говорил. Не обещал. Мы с тобой даже по рукам ударили. Ничего подобного. Ты вчера притащил тазик сама. И села делать. Я? Да. Ты не охренел? Я тебе ничего не говорил. Вов. Ну все. Я тебе сейчас эти ногти приклею обратно. Давай, вставай и клей. Серьезно, я тебе сейчас на наращивание свожу. Нарастите ему обратно. Чем ты сделал? Ты не одни носки порвешь. Вова, ты вчера мне сам сказал. У нас дорожки. Я вчера всем перестирала дорожки, перестирала все халаты свои. Да, да. У нас это, дорожек нету. И чё? Ужин там как будет? На чем? Это некрасиво. Я хочу на дорожке. Угу. Чё ты за человек такой? Мы с тобой договорились. Почему ты слово не держишь? Мы с тобой не договаривались. Договаривались? Чё ты врёшь? Нет. Вот что за... Чё, почему он меня обманывает, а?
И главное, ржет еще. Вот ты своей реакцией, кстати, показываешь это. Факт! Это, педикюра был? И что? И чё? Отговор не было. Я в следующий раз тобой буду подписывать у нотариуса. Муж обещал помыть посуду. Пошли к нотариусу. Ну что за фигня-то? Так нечестно. Все честно. Вов, рано или поздно у тебя ногти опять отрастут. И я вспомню. Еще и муж меня развел вообще. Еще и муж меня развел. Угу. Я что такая, мне написано, лох. Разведи на бабки, разведи на педикюр. Да-да-да. А ты тут утрируешь. А что слышно? Да. Угу. Да. Ты мне обещал погладить все. Жена идет на педикюр. И муж что? Гладит дома. Ну ты еще раз я сам поглажу. В танке. Хрен два. Я их отключу. Я удалю сейчас компа. А я снова установлю. Хрен у тебя получится. Ты уставать долго будешь. Я поставлю детский контроль. Да, да, да. Все. Ты не сможешь. Беги, ставь, сходи. У тебя же там скачивается что-то. У меня там ничего не скачивается. Я уже все скачал. Взял, развел меня на педикюр. Ну как что? Я тебе сказал, Сережа, если ты меня подведешь, где-то боком выйду. Надо это, знаете, сперва гладишь, потом педикюр получаешь. А я, дура, поверила, думаю, муж же меня не подведет. Муж. Все. Завтра. Мясо оставь. На! Чувствуй, чем пах мясом. Как его не обзывать? Вот как его не обзывать? Положи обратно мясо. Никто убрать не собирается. Обманщик. Кажется, все, я с тобой больше не дружу. Сама обманщица. Сняла меня тут. Я с тобой больше не дружусь. Купил мне сейчас дорогущее лекарство. Может быть, слушай, тебе, может, эндокринолог там процент отстегнет, а? Нинку разведем вместе, а? А, давай сейчас плакушку разведем. Да, да, да. Конечно, отстегивает. Кто-то знает, зачастил эту бабу. Показывай мне вчера, кардиолога, фотку. Молодая такая красивая женщина. Говорит, мне надо сходить к эндокринологу, кому-то. К гастроэнтерологу. Мне прям надо, и фотку мне надо показывать. Чего? Это ты сказала. Нет, Вова, ты пойдешь в общественную клинику, где заработают старые бабки. Да, я там буду спокойно. Что ты точно куда не уйдешь. Там они мало получают, и они страшненькие, и уже старенькие. Это уже не твой контингент. Конечно. Да. Они будут не заинтересованы. Риск. Да. Понял меня? Все. Сни тут. Да. С пальца высасываешь. Ой, тут бабам красивым. Тёчки... С пальца высасываешь. С пальца высасываешь. Конечно. Да. Ходит тут по бабам, понимаешь ли? Угу. Молодым. Чуть за 30. Угу. Симпатичные такие все. Обе причем. Я сначала думала, знаете, вот гастроэнтеролог такая, там это, по голосу слышала, такая вроде голос такой. Оказывается, девушка молодая. Ну, голос, конечно, грубоват. Но девушка прям молодая, красивая. Такая рыженькая, как он любит, главное. Ходишь, да, по бабам? Конечно. Вот, надеюсь, та вот наша бесплатная в клинике, mm-hmm. Вот она 70 лет. Я тебе подберу специально, постарше. Понял? Вот так вот. Вот я дура. Ах, изменяет меня. Ходит тут. Еще деньги с меня берут. Ну, я один схожу. Окей. Да. Кто бы не отказывался? Я хочу услышать мнение. Пошли мнение услышь.
Ну, там я знаю, что она... Мне там нету смысла идти, понимаешь, контролировать. Всё нормально. Тут я тебе доверяю. Потому что там нету ничего. Чаще всего там работают более такие пожилые. Понимаешь? Механики. Да. Такие злые. Она тебя облизывать не будет. Я мне назначу кучу анализов. Скажет, идите делайте заново. Да не назначено тебе. У тебя свежий анализ. Ничего. И то. Он скажет, идите делайте заново. Да не скажет. Ну если даже и скажет, чего. Он сходил и сдал. Все. Там будут врут. Угу. Тем более это бесплатно. Слышишь, да? Угу. Отсидишь там молча эти 3 часа. Цепишь коронавирус. Ты привет, успокойся. Угу. Ну, вот сейчас даже в новостях, кстати, показывали, что у тебя где-то привит. Если даже был контакт с заболевшим. Им не надо самоизолироваться. Вот так вот. Даже, как говорится, лишний плюсик. Угу. Как говорится, привейся и спи спокойно. Вот так вот. Ой. Так вот. Вов, я надеюсь, что все-таки я сегодня приду, а там стопочка глажного белья. Нет. Нет, не принимается. Ты сама сказала, только черная, которая лежит. И парочка хотя бы этих. Все, я тебе сказала. Халат можешь мои не гладить, вот эти вот только погладить. Будешь сама гладить. Сама. Хорошо, халат. Свои халаты я сама поглажу. Да. Ты мне погладь только вот эти вот дорожки, которые этот. Хорошо? И черное белье, которое... Выстиран до этого было. Угу. А там не все гладить надо. А там, если время останется, можешь там-то погладить. Да, да, а, вот. Там ты вернешься и займешь. Все. Так-то у нас есть еще ноутбук. Угу. Вот у нас еще есть ноутбук, где стоит пароль Нинин. А так все нормально. Так, это, по-моему, твое лицо. Избрать. Это половинка яйца. У меня не такие. Половинка твоего яйца. У меня больше. Вчера, кстати, фильм посмотрели. Как называется? Красный что-то там такое. Не помню, как называется. Короче, там работает. Дуэйн Скала Джонсон играет. Играет еще этот Рейнольдс. Там и все играют. Галь Гадот. Вот. Там, короче, про мошенников. Не мошенников. Которые пытались украсть яйцо Клеопатры. Яйца. Яйца. Не путайте яичко. Я, кстати, даже яйца Клеопатры тоже так, знаешь, прожила вначале. Вот, ну, в общем, неплохой фильм такой. Ну, один раз, правда, но... Там золотые яйца. Ну да, и я про них. А ты про какие потом? Ты уточняешь. Извращенка. Извращенцы могут думать другое. Что, оказывается, Клеопатра была трансом. Не, у нас там есть очень такие легко возбудимые люди. Да, а что? Золотые яйца Клеопатра. Яички. 3 золотых яичка Клеопатра. Смеемся. Все, яйца судьбы. Ага. Все, надо доедать. Мне надо идти мыться. И это. И тут. Ты заболтаешь, мам? Сейчас со стола уберешь. Не забывай обмазаться. Стола убрать, посуду вымыть. Я пошел гладить, все. Посуду мыть, гладить — это твоя обязанность. Нифига. Я накрывала. Ну, раз ты накрывал, значит, ты убираешь. Убрать-то я беру. Аккуратно убрать. Здесь мой генераль. Она ел. И ты тоже. Все, ладно, моя хорошая, все, крым, всех целуем. Выйдем с вами в следующем выпуске.
Пойду на педикюр. Кстати, педикюр буду делать вообще первый раз. В своей жизни. Никогда не делал. Сама себе. Ногти только стригла и все. Даже никогда не красила их. Ты что, еще красить будешь? Да. Охренеть. Я хочу чем-то типа подобного. Может, чуть потемнее сделаю цвет. Угу. У меня будут такие же ногти. В черный цвет покрасил. Вот. Всех люблю, всех целую. Увидимся в швейцарии. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.